хочешь маму поздравить с 200 тысяч подписчиков? Скажи, поздравляю тебя, мама, у тебя 200 тысяч. Ты поздравляешь меня? Ура! 200, вот так много, 200, вот так много. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня долгожданное видео, которое я готовила специально для вас по случаю того, что на моем канале уже 200 тысяч подписчиков. Ура! Поздравляю! Это не спланированная акция, просто когда я радуюсь, он бежит меня поздравлять, радуется вместе со мной. Да, 200 тысяч подписчиков. Что могу сказать, я ждала эту цифру, на самом деле, все время, вот, знаете, ждешь какой-то рубеж и думаешь, что-то такое произойдет, что-то такое грандиозное, но какое-то легкое удовлетворение есть. Потом следующие 300 тысяч, потом 400, полмиллиона и миллион, да, все будет. По случаю, конечно же, хотела выразить огромную благодарность всем моим зрителям, которые меня смотрят, которые меня поддерживают, которые пишут мне добрые комментарии. Вы на самом деле меня мотивируете. Бывают, не скрою, такие моменты, когда, ну, что-нибудь, может быть, почитаешь негативного, немного отпечаток на тебе становится, один, там, два комментария негативных, но потом, когда начинают меня мои зрители позитивом заряжать просто, спасибо, Селена, за это, спасибо, ты мотивируешь, спасибо, ты вдохновляешь, спасибо, ты что-то новое, да, в нашу жизнь приносишь, и вообще тебе приятно смотреть, настроение с тобой поднимается, у кого-то какие-то жизненные перемены, взгляды меняются, и все только к лучшему. И эти море сообщений идут ко мне и просто меня заряжают. Я заряжаю вас, а вы заряжаете меня. То есть вы заряжаете меня, а я поэтому заряжаю вас. Поэтому все, что происходит на моем канале, все благодаря вам. И сегодня я решила для вас устроить конкурс. И в прошлый раз на 100 тысяч подписчиков, если вы помните, я делала 3 бьюти-коробочки, которые собирала для вас тоже очень долго, разные там бьюти-штучки, но в этот раз я решила сделать 5 победителей, 5 победителей, 5 коробочек. И сейчас я покажу вам примерно, что в них будет лежать. Это вот такие вот, ой, 5 коробочек, они безумно тяжелые. Итак, смотрите, каждый победитель получит по такому блокнотику, который я безумно обожаю, с двухсторонними пайетками, антистресс. Внутри у нас клеточка, каждый получит. Есть вот такие золотые. Все будет в случайном порядке, поэтому вы даже не заморачивайтесь. Я отправлю кому какую коробочку отправлю. Я примерно постаралась их сделать одинаковыми, с одинаковым содержанием. Значит, будут у нас вот такие блокнотики обязательно у каждого, да, вот такой есть серебряный, черный, есть еще красный с черным. Так, у каждого будут блокнотики. Далее, допустим, откроем одну коробочку, все в таких коробочках из-под бьюти-бокса. Мне кажется, они очень классные, красивые, в них классно что-то дарить, и я их тоже долго собирала, именно для того, чтобы было все для вас. Значит, каждый победитель получит от меня такую карточку, мою фирменную, где будет мой автограф. Все автографы написаны собственноручно, розовым маркером. И вот, например, откроем одну из коробочек, да? Что у нас здесь? Здесь у нас... А, давайте сразу начну. Это то, что будет у каждого одинаково. То есть одинаково будет у каждого блокнотик, будет одинаково у каждого автограф, одинаково у каждого будет сертификат Lady Collection на 500 рублей. Вы сможете взять в магазине, то есть до апреля 2019 года он действует как 500 рублей. То есть можете прийти и выбрать себе что-то. Если кто-то победит, у кого Lady Collection нет, то я лично пойду в магазин и подберу вам что-то сама и это пришлю. Так что не волнуйтесь, подарочек еще будет дополнительный. Так, Lady Collection, сертификат. Дальше. Я всем своим покупателям в моем магазине дарю вот такие вот резиночки. Они разных цветов в зависимости от того, что они заказывают. Там зеленое платье заказали, зелененькое. Но вам решила такие резиночки розовенькие положить, потому что это вообще розовое, это символ моего канала. Это розовое, это моя душа, мне кажется, розовая. Я очень люблю, у меня даже на шапке фотка, где у меня розовые волосы. Как вы могли заметить, розовое это мое все. Я люблю этот розовый цвет, я в нем растворяюсь, он мне поднимает настроение.
настроение, он меня успокаивает. Короче, розовые – это нежность. Нежность и что-то такое детское, в общем, доброе олицетворение, в общем-то, меня. Стараюсь. Вот, я решила вам всем тоже такие резиночки, вот, видите, я их все потрогала, я их выбрала специально для вас, они розовые, их можно носить, даже некоторые носят как браслетики, да, я думаю, что будет прикольно, да, вроде бы резиночка простая, но если бы мне мой любимый блогер подарил что-то, я бы эту резинку не снимала, поэтому вот такие резиночки каждому вам будут розовенькие. Дальше, из своего магазина я тоже решила вам всем хайлайтеры. Супер мои любимые хайлайтеры, которые у меня просто топ продаж в магазине. Я решила, что победители мои должны пользоваться тем, что люблю я, и что просто у меня этих хайлайтеров куча, и все о них знают. Их очень сложно найти, даже в последнее время такое пишут. Я решила, пусть они будут у всех моих девочек. Вообще считаю, что у каждой девочки должен быть хайлайтер. Вот, пожалуйста. У моих победительниц он будет. Дальше также из магазина. Это вот такие вот патчи для губ, увлажнение губок. Мне кажется, или я слишком намазала нос хайлайтером? Как раз таки этим хайлайтером. Ну, светит, смотрите, я свечусь вся не только от счастья, но и от хайлайтера. Ладно, в общем, для губок тоже розовенькие, да? И патчи под глазки, чтобы у нас были увлажненные губки и разглаженные морщинки под глазками. Все хочу, чтобы вы были прекрасны. Масочки обязательно у каждого. Так, эта масочка у нас, так, Биако, очень известная фирма, хорошая. Вот такая пандочка. Кстати, у меня в магазине можно будет посмотреть, я сейчас не помню, там каждая зверушка, она что-то делает. Какая-то увлажняет, какая-то борется с прыщами, какая-то это. Я всем разненькие положила, в общем, кому какая попадется. Здесь зверюшка панда будет. Так, и что в этой коробочке еще? В этой коробочке у нас будет гипоаллергенная водостойкая тушь. Вот такая вот. Будет матовая помада. Такого классного цвета, она запечатанная, поэтому я ее не могу открыть, но цвет очень хороший такой, мне кажется, даже чуть-чуть пудровый, но трендовый цвет, хороший. И также здесь будет у нас тонизирующая сыворотка для кожи вокруг глаз, устраняет следы усталости. Вот такая вот сыворотка будет у нас. Все это я постараюсь уложить, конечно же, блокнотики уже не влазят, поэтому они будут уложены еще по-другому как-то. В общем, вот такая коробочка одна у нас. Они даже не все закрываются. Мне как понесло, я решила все класть вам туда подарки. Коробочки маленькие оказались. Дальше, следующая, например, коробочка. Также, да, Lady Collection. Лосьон для тела. Лосьон для тела. Также губки, патчи. Это то, что у каждого, да, есть. Вот, видите, также маска для лица. Обязательно хайлайтер, обязательно фирменная резиночка, да, и здесь у нас будет идти карандашик для глаз, он, наверное, черный, да, черный карандаш для глаз, это Makeup Eyes Eva Mosaic, очень хорошая фирма, кстати, матовый, вот такой тоже трендовый цвет, это лак, потом идет такой гель-фиксатор для бровей, темный шоколад. Дальше сыворотка, концентрат, это для рук, по-моему, увлажняющее что-то. Да, косметический продукт по уходу за руками. И также идет здесь у нас что-то для губок, сейчас я вам скажу. Крем для губ смягчающий, вот он здесь лежит. Не буду доставать, потому что 5 коробок, мне все надо вам их все показать. Следующая коробочка, также блокнотик. Примерно просто покажу, чтобы вы знали. Опять же, наш сертификат, черная маска, патчи для губ, для глаз, лак, вот такой вот. Вот такая маска, пленка для лица и шеи, это с улитками, с муцином улитки, вот такая. Дальше, чистая линия, мицеллярная водичка. Я люблю мицеллярную воду, она хорошая. Хайлайтер, понятное дело, резиночка моя фирменная. Потом вот такой вот
Eyebrow Divash. Светло-коричневый и темно-коричневый — это такие тени для бровей. У меня такие есть, я пользовалась, пока не было татуажа. Они очень хорошие, понравятся. И такой и для темных, и для светленьких подойдет. И еще здесь решила подарить такой бальзамчик для губ. Давно они были, конечно, в фикс прайсе, сейчас их нету, но это мои находки, у меня тоже такой есть. Я их использую как тени, как хайлайтеры. Видите, очень классная. Вот это вот, очень классная штучка на самом деле. И такой бальзамчик губки, его можно повесить даже как брелочек. Вот такие маленькие мимимишки, но я думаю, что очень приятные. Мне было бы приятно это получить. Все делала как для себя, знаете, что мне было бы приятно получить, то я и вам. Следующая коробочка, то же самое у нас, сертификат. Маска для лица, уже собачка тут у нас. Патчи для глаз, для губ. Хайлайтер, резинка, это то, что у всех. Дальше, вот такие три пробничка идут, это Avon. Очень, кстати, классные ароматы, вот такие, попробуйте. Дальше идет у нас вот такая подводка маркер для глаз. Здесь у нас идет для губ провок. Это карандаш, он такой темно-коричневый, или даже средне-коричневый, я бы сказала. Дальше здесь идет у нас Sally Hansen, это средство для мягких тонких ногтей, то есть сможете укрепить их, хорошее такое. И вот такой вот идет тайский крем, он идет вообще для всего, в интернете можно о нем почитать, то есть если у вас заболела спина, где-то что-то продуло, или там, не знаю, все простудные заболевания, в общем, такой бальзам тайский, который от всего. Не отдадим. Сам будешь пользоваться. В общем, вот что у нас вас ждет в этой коробочке. Дэнни, отдай тайский крем. Унес. Возможно, он не доедет. Шучу. Все, до вас доедет. Отберу у ребенка тайский. И следующая коробочка. Сертификат. Маска. Барашек. Патчи. Хайлайтер. Резиночка, вот такие вот тени, я думаю, что они подойдут от светлого до темного, можно делать любой макияж, и вечерний, и дневной, отличные вот такие тени. Подводка фломастер, да, еще одна идет. Дальше, здесь у нас идут вот такие тени, они вообще упакованные тут, супер-пупер, вот они, синие с мерцанием и зеркальцем, и здесь даже кисточка идет. Тени классные, по ним сразу понятно, что они не дешевые. Очищающий лосьон, вот такой вот. И лимони, это у нас крем для рук. Крем для рук с коллагеном, вот такой вот. Ну и, конечно же, повторяю, это всем блокнотики такие, вот они, все цветные. У меня, кстати, еще есть блокноты, которые с водяными, там, сердечками и так далее. Но кто-то мне написал, что вот эти вот именно будут более праздничные, но они по размеру побольше. Я думаю, что, ну, те я разыграю как-нибудь в другой раз. Итак, вот такие подарки, вот такие 5 коробочек. Все будет роздано в случайном порядке абсолютно. Я не буду конкретно кому-то что-то где-то. Все условия я напишу под видео и сейчас вам скажу о них. Значит, первое условие — это быть моим подписчиком, потому что конкурс для моих любимых подписчиков. Второе — поставить лайк этому видео, чтобы я понимала, что оно вам нравится и что конкурсы продолжать делать. Третье – это сделать репост в одну из ваших соцсетей. Это Одноклассники, Facebook или ВКонтакт. Если у вас есть все 3 соцсети, вы можете сделать репост в каждую из них и тем самым повысить себе шансы. Четвертое условие – это написать под видео «Участвую» и обязательно оставить ссылку на ваш репост. Это видео я выкладываю в тот момент, когда меня сейчас нет в России. Поэтому победитель будет объявлен тогда, когда я вернусь. Это будет 3 октября. За это время вы можете пока участвовать, делать репосты, делиться со своими друзьями, пусть тоже участвуют. И я желаю вам всем большой удачи. Результаты конкурса будут либо в Инстаграме, либо ВКонтакте. Я думаю, вы не пропустите. Кстати, возможно, сейчас, в этот же момент, проходит конкурс параллельно в Инстаграме на сертификаты из Lady Collection. Поэтому проходите в мой Инстаграм, участвуйте там тоже в конкурсе.
Там будет 3 победителя. Ну что, мои хорошие, надеюсь, мои подарочки, то, что я для вас подготовила, вам понравилось. Я когда выставила их в Инстаграм, сразу начали все спрашивать, когда будет конкурс, где будет конкурс. В общем, вот этот конкурс. Участвуйте, загляните еще раз под видео, если забыли все, что я вам сказала, и внимательно прочтите условия, чтобы все соответствовало. Я желаю вам всем удачи, я вас очень сильно люблю. Оставайтесь со мной и увидимся в следующем видео. Пока-пока!